На кадрах камеры видеонаблюдения вы видите, как двое молодых людей заходят в торговый зал магазина цифровой техники и электроники. Долго присматриваются к различным аксессуарам, затем один из них берет два комплекта беспроводных наушников стоимостью более 9000 рублей. Мужчины отходят в сторону, кладут гаджеты в сумку и мимо кассы выходят из магазина. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Один из подозреваемых, 28-летний ранее судимый саратовец, задержан. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают его предполагаемого сообщника. Если вам известна какая-либо информация о месте его нахождения, просим обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону, указанному на экране. Андрей Багаев, Анастасия Безрукова, Расул Ибрагимов. Дежурная часть. Саратов.